проводили параллели, ничего не меняется, только просто как всегда они все со временем только ожесточаются их методы, они становятся абсолютно бессмысленно жестокими, вот как происходило, допустим, с расстрелом гуманитарного коридора, с расстрелом или с зачисток таких просто ужасных зачисток, после чего оставались только столько без вести пропавших или трупы, которые они выбрасывали. В последующем они торговали органами, человеческими органами, и просто уже тела без этих органов выбрасывали на улицы на первом этапе. В последующем они вообще подвели это под статью «Борьбу с терроризмом», они вообще не выдавали никакие тела, потому что это уже стало так бы громким преступлением, и международные правозащитные организации все чаще и чаще начали говорить об этом. И поэтому они вот единственное, что они сделали, потом не выдавали тела. И вот сегодня то, что они сделали с ГЭС, с Каховской ГЭС, объяснения и оправдания этому нет. Столько человеческих жертв, столько людей пострадало, именно гражданское население. Вот вы понимаете, метод, который они пытаются навязать любому сопротивлению, это метод устрашения через насилие гражданского населения. Вот наши сопротивленцы во многом им приходилось сдерживать себя даже при перемещении коммуникации, вот российских передвижениях, колонны, они их не обстреливали, перестали обстреливать и нападать на них только потому, что эти, после каждого нападения они расстреливали мирные села, мирные населенные пункты. Это был один из методов устрашения всего населения с тем, чтобы его склонить к переговорам, к перемирию и прекращению сопротивления. И вот именно в этом контексте нужно рассматривать вот подорванную ГЭС, и вот пострадали мирные граждане, и по последующим те заявления, которые они делают и намекают и на Киевскую ГЭС, и на якобы черную бомбу, грязную бомбу, вот все это делается для устрашения. И вот эти методы не меняются, к большому сожалению. Вот сегодня то, что предстоит украинскому народу, до полной победы все равно надо будет двигаться вперед и не поддаваться ни на что. Потому что перерыв, перемирие, это будет только означать перенос действия. Это будет не отсрочка, а это будет отсроченная война. Это не решение проблемы будет, а будет отсроченная война с тем, чтобы дать противнику, российскому агрессору, еще больше возможности накопить сил и еще с большей жестокостью совершать те преступления, которые они сегодня совершают. Сейчас перейдем к ситуации непосредственно в России. Вот как в Чечне? Наблюдают ли в Чечне за действиями РДК и Легиона Свободы России сейчас? Конечно, наблюдают. В любом случае, те наши подразделения, которые здесь находятся, и чеченцы, которые находятся в Европе, это для них очень серьезные сигналы, месседжи. Потому что то, что сейчас делает РДК, это на самом деле очень, очень положительный факт. Таким образом, если это движение найдет поддержку среди российского общества, это один из важнейших инструментов подавления пути смены формата власти, смены режима, путинского режима и в последующем трансформации российского государства. Только такими сегодня силовыми методами можно изменить ситуацию. Никакая оппозиция, никакие либерал-демократы, которые проводят съезды, форумы, должны понять одно. Без вооруженного сопротивления этот режим им не сменить и не сместить. Потому что это сегодня у этого режима поставлено на карту все. Вот на войну в Украине они поставили все. Свое будущее, свое богатство, свое политическое будущее, даже свои жизни. Потому что поражение в украинской войне, это будет означать, что они должны будут нести ответственность. И сегодня вот то, что делает РДК, российские добровольцы, добровольцы русские, вот эти отряды, они способствуют тому, чтобы приблизить крах вот преступного режима и изменить не только
существующий формат власти, но и саму структуру этого российского государственного образования. Ну, кстати, вот на прошлой неделе мы наблюдали о том, как за тем, как в Белгородскую область рвутся Пригожин и Кадыров. Почему? Как вы считаете? Дело в том, что для Кадыров это просто болтовня и исключительно только в плане информационного такого воздействия на противника. Да, кстати, Кадыров, он долго ведь молчал. И вот сейчас опять медийно активизировался и ведет кампанию против Пригожина. Почему? И случайно ли? Дело в том, что его активизировали. Они сегодня, Кремль, в любом случае, одна из башен Кремля заводит Кадырова, ставит противовес Пригожину, потому что этой башне показалось, что Пригожин чересчур взорвался, и он вышел уже на публичную деятельность и предстает, в принципе, делает очень серьезные политические заявления, и в этой ситуации его нужно немного притрунить. И что можно противопоставить Пригожину? Такого же бандита Кадырова. И вот они, в принципе, и завели вот этот маховик. Вы, если обратили внимание, вот окружение, бандитское окружение Кадырова, они выступили с заявлением против Пригожина. Это было срежиссировано, и я думаю, эта отмашка была именно с Кремля. Те покровители, которые сегодня пытаются за счет вот противопоставления этих сил каким-то образом стабилизировать ситуацию, не давать им до конца раскрыть несостоятельность существующего режима. На самом деле, когда частные армии выступают и делают политические заявления, это показатель того, что нету централизованного управления, что ситуация уже вышла из-под контроля и Кремля, и Министерства обороны. И поэтому они пытаются таким образом сбалансировать эту ситуацию. Но если это дальше постановки вот в медиа пойдет или нет, противостояние это между Пригожиным и Кадыровым? Это все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на фронтах и самой Белгородской области. Я уверен в том, что Кадыров не полезет в Белгородскую область, он не полезет туда. Боится. Вот Пригожин вполне может найти, войти в альянс с русскими добровольцами. Они могут между собой договориться и найти общий язык, потому что вот если так ситуация будет продолжаться, у них противник, в принципе, становится один ихним противником, это Кремль и правящий режим. И в этой ситуации вот этот русский добровольческий корпус с Пригожинским Вагнером могут найти какое-то взаимодействие в отражении. И это будет способствовать и отражению, и путинского режима, поражению путинского режима, и наказание так называемых кадыровцев, которые берут на себя, в принципе, опеку Кремля и Путина. Но если этот сценарий случится, Ахмед Халидович, который вы прогнозируете, что примкнет Пригожин к РДК, это же фактически тогда будет его легализация? Да, с какой стороны мы это? Если Украина и международное сообщество... Весь мир сейчас его называют террористом, да? Вводятся санкции против ЧВК «Вагнер», против Пригожина. И поэтому говорю, если будет принято решение признать российский добровольческий корпус легитимной силы, и вот их взаимодействие с Пригожиным, это, в принципе, может освободить Пригожина от тех санкций, которые против него направлены. В этом тоже есть какой-то свой политический умысел. Почему я допускаю? Я ни в коем случае не прогнозирую это. Я это как один из вариантов допускаю, что вот, возможно, у них взаимодействие с российским добровольческим корпусом. Я исхожу из тех заявлений, которые делают сами российские добровольцы, обращаясь Пригожину, и они какой-то реверанс в его сторону делают и пытаются с ним найти какой-то общий язык. И это абсолютно оправданно вот в той ситуации, которая сегодня складывается в России. Я это имею в виду. И вполне возможно, что они могут найти точки соприкосновения. И в этом случае, да, с Пригожиным нужно будет уже менять отношение к Пригожину, нужно будет менять и уже тем институциям, которые объявили санкции против Пригожина. Не может быть одна часть
легитимная, другая часть нелегитимная? Или это все составляющая, военная составляющая, которая может объединиться с русским добровольческим корпусом, они вполне могут сделать так, что потом они будут просить или предлагать каким-то образом смягчить эти санкции для реабилитации вагнеровцев, если они выработают одну какую-то единую политическую платформу. Но ведь это очень опасный сценарий, согласитесь, учитывая количество преступлений, которые были совершены ЧВК «Вагнер». Ну и, соответственно, Пригожин тут тоже большую роль сыграл. Безусловно. Мне кажется, для украинцев и для Украины на первом этапе, чем серьезнее начинается противостояние самой России, это выгодно. Я уверен в том, что в дальнейшем военные преступники и люди, которые совершили преступление, они предстанут перед судом. Но для того, чтобы они предстали перед судом, нужно, чтобы эта сторона потерпела поражение. А вот все, что способствует поражению путинского режима, на этом этапе должно приветствоваться всеми. И украинцы, может быть, оно не будет как бы официально поддерживаться, но способствовать сблизить позиции, я думаю, что это будет правильный расчет. И тем, чтобы ослабить саму российскую путинскую структуру, с тем, чтобы приблизить ее поражение. Еще одна тема, которую не могу с вами не затронуть, ведь несмотря на то, что вы находитесь в изгнании, в Чечне с вами ведут борьбу, и ведут эту борьбу через ваших родственников. 19 мая СМИ писали о том, что были задержаны двое ваших племянников, это Беслан и Хусейн. Свежие сообщения в прессе были, я следила за этой информацией, что Беслана отпустили. Что с Хусейном сегодня и какова была цель их задержания? Знаете, вот те методы, которые сегодня использует оккупационный режим, это делается под абсолютным одобрением Кремля и центральной оккупационной структуры, они таким образом выявляют нелояльных, то есть в данном случае это как бы наказывает меня, через моих родственников пытаются повлиять на меня. Да, они похитили двух племянников, одного отпустили, но вместо него забрали двоюродного племянника моего. И о судьбе этих двоих людей ничего нам не известно, никому. У меня с ними уже давно нету контактов с моими родственниками. Но даже те, которые имеют контакты с ними, у них нет той информации, что-либо о них. Просто о них ничего не известно. Но есть информация, что Кадыров, и они собирают людей, выявляют нелояльных себе людей, они их используют в качестве живой силы, которую они направляют на убой в Украину. Вполне возможно, потому что есть еще и другие случаи, которых они отправили в Украину в каком-то направлении. Но ни про тех, ни про этих нам пока ничего не известно. Но что этот метод они используют, мы это знаем. Ну вот, кстати, в продолжение темы отправить на войну нелояльных. Использовать это как наказание. 13 мая была информация о том, что Джамбетов, который был бойцом отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, он был признан в Чечне террористом, и вот он вернулся в Чечню, несмотря на то, что против него уголовное дело, и перешел на сторону Кадырова. Это тоже давление? Или вот нет, это чисто в пропагандистских целях. Они использовали вот сам фактор. На самом деле это человек, он нездоровый, на самом психологически нездоровый. Он был освобожден и с ВСУ, и с нашего подразделения еще в декабре месяце 22-м году. С ноября месяца прошлого года он не был вообще в Украине. И вот его метание вот от одной политической силы к другой, у него было какое-то наваждение, что он якобы имеет какую-то особую миссию объединить всех чеченцев и объединить всю нацию. Вот эти мысли его, в принципе, и довели до этого ситуации, потому что он начал контактировать со всеми. И вот этот контакт использовали кадыровцы, они его заманили, привезли туда и таким образом попытались его использовать в качестве чисто пропагандистских целях.
Мы, наверное, вы наблюдали, мы видели одни кадры, что якобы они его направили в Донецк, и он там что-то, какой-то ролик они сняли, ну и снова увезли его домой обратно. Это чисто пропагандистские цели, потому что никакой реальной пользы от этого человека ни кадыровцу, ни русским он не представлял, потому что он не обладал никакими секретами, ни тайнами, никакими, что могло бы быть полезно. Только лишь из чисто пропаганда, что вот боец, который служил с украинцами, там в ВСУ, в какой-то бригаде они называли, тем более потом отдельный батальон особого назначения, что он был у Закаева, и теперь он вернулся к Кадырову, осознал свою ошибку. Это используется именно вот для этих целей. Ничего другого, другой цели не было. И в конечном итоге я уверен в том, что они в конечном итоге его прикончат. Или его, или здесь в Украине прикончат, или там в Чечне прикончат. Учитывая то, о чем вы рассказали, Ахмед Халидович, режим Кадырова вас боится? Дело в том, что они боятся ситуации, которая складывается сегодня в Украине. Поражение в войне с Украиной – это, безусловно, произведет изменение формата существующей власти в самой России, и, безусловно, это все изменит и в самой Чечне. И Кадыров, и его окружение это очень серьезно понимают. Они очень серьезно к этому относятся. И, конечно, те силы, которые сегодня здесь формируются, и та политическая составляющая, которая имеет место уже по всей Европе, которые благодаря Раде, Верховной Раде Украины, которая признала нашу территорию оккупированной, этот процесс, в принципе, мы эти же заявления, этот же пакет документов, который мы передали в Украине, в Раду, этот же документ мы передаем и в другие европейские страны. У нас складывается ситуация, что они вслед за Украиной признают право чеченского народа на свою государственность, признают право, что Чечня временно оккупирована российскими войсками. И это, конечно, исключительно серьезный сигнал для Кадырова и для его окружения, что они будут призваны к ответу за те преступления, которые они совершили и в Чечне, и в последующем в Украине. И вот эта угроза их и заставляет, и вынуждает и бояться, и пытаться оказывать давление через родственников или же через подкуп другой, подкуп людей совершить то, что они пытались ликвидировать неугодных им политических оппонентов. Ну, а, кстати, вот эти все преступления Кадырова, кадыровцев, они документируются сейчас? Ведь если речь идет об ответственности, о уголовной ответственности, о Гааге за те преступления, которые были совершены еще начиная с Первой Чеченской войны, эта база нужна. Вот кто этим сейчас занимается? Безусловно, мы этим занимались с самого начала. Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, они свою работу не прекращали, находясь в эмиграции. Были люди, которые находились в Чечне, фиксировали эти преступления, заводились уголовные дела. И мы передали несколько томов дела в Международный уголовный суд. Это было сделано еще в 2017-2018 году. К большому сожалению, МУС не начал еще рассматривать эти вопросы. В последующем мы учредили национальный трибунал, который уже на основе вот тех имеющихся у нас материалов начали проводить расследование по этим преступлениям. И сегодня у нас появился уникальный шанс. Это реально, и я уверен в том, что нам удастся это сделать и реализовать с помощью руководства Украины, которое также заинтересовано в этом. Мы хотим и будем требовать и пытаться создать отдельный трибунал по Кадырову. Именно отдельный, не тот, который сегодня создается против Путина, а вот создание отдельного трибунала против Кадырова, это будет способствовать тому, что, во-первых, этот сектантский экстремизм, религиозный исламский экстремизм, который он сегодня распространяет не только по Кавказу, по Северному Кавказу, но оно представляет угрозу и для европейских стран. И в этом случае сегодня и европейцы, и международное сообщество должны быть заинтересованы в создании этого международного трибунала с тем, чтобы привлечь к ответственности и восточных кураторов,
Кадырова, который поощряет его этот сектантский экстремизм религиозный, который выводит ситуацию из-под контроля и начинает создавать проблемы не только в самой, на Кавказе и Северном Кавказе, но и в европейской части. И поэтому то, что мы сегодня пытаемся добиться создания трибунала, в этом должны быть заинтересованы и Украина, и европейские страны. И тем более у нас есть сейчас очень хорошее правовое поле для этого. То есть на самом деле против Кадырова были приняты резолюции Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея, Европейский Союз. Даже национальные парламенты принимали отдельные резолюции по преступлениям, которые совершил Кадыров в Чечне и на странах Европы. И поэтому, так как Рада сегодня признала нашу территорию оккупированной, у нас есть все возможности создать отдельный военный трибунал, трибунал по Кадырову. Я думаю, этот же принцип мог бы быть использован и по отношению к Лукашенко. Я вчера еще в одном из своих интервью говорил, потому что и Кадыров, и Лукашенко, они являются подельниками военного преступника Путина. Но в правовом отношении они являются еще и какими-то субъектами, которые должны быть призваны к ответу. Я уверен, что наша работа общими усилиями Украины и других заинтересованных сторон, мы сумеем добиться этого. И это будет очень серьезным показателем показателем для тех, что было неповадно участвовать в военных преступлениях, как это делает сегодня Лукашенко и Кадыров. Ахмед Халидович, еще одна тема, которую хотела с вами обсудить, в частности, вы уже начинали говорить о российской оппозиции, она ведь, ну, скажем так, разная, да, есть. И вот что вы можете сказать, чьи идеи вам симпатичны? Вот ведь каждое там оппозиционное это крыло, да, оно представляет свое видение будущего России. Дело в том, что на самом деле на сегодняшний день человек, который не токсичным во всей этой оппозиции, на мой взгляд, является Илья Пономарев, который с 2014 года, это единственный человек, который выступил против аннексии Крыма, проголосовал против, будучи депутатом. Это единственный человек, который в этом же году переехал в Украину. Это единственный человек, который сегодня находится на территории Украины. Это единственный человек, который говорит о том, что только вооруженным путем можно изменить существующий формат власти в России. И он способствует тому, чтобы вот этот русский добровольческий корпус был, он его и представляет как и тех, кто находится в Украине, и тех, кто находится в подполье самой России. И это человек, который абсолютно точно понимает, что нужно диалог и дискуссия с теми регионами. Если говорить вообще о оппозиции, о чем можно говорить, я с Ильей Пономаревым очень долго мы обсуждаем все эти вопросы, он в принципе не против того, чтобы регионы в последующем определились самостоятельно. Но сегодня мое несогласие с его позицией, хотя это не означает, что у нас есть какая-то конфронтация. У нас нет конфронтации, у нас есть диалог. И я думаю, это нормально. Чего не скажешь относительно других представителей так называемой оппозиции, которые все эти годы способствовали укреплению путинского режима, все эти годы потворствовали тому, что делает Путин, и никогда не высказывали свое мнение ни по одному по факту преступлений, совершенных Путиным, ни по Чеченской войне, ни по Грузинской войне. Наоборот, они поддерживали Путина и в Чеченской войне, и в агрессии против Грузии, и в последующем они поддерживали Путина в агрессии против Украины 2014 год. Только сейчас, когда стало опасно говорить и поддерживать Путина вот в той ее широкомасштабной агрессии против Украины, они только начали говорить о том, что вот Путина надо сменить и все будет нормально. Не будет. До тех пор, пока не трансформируется это государственное образование во что-то другое, нормально ничего не будет. Если даже на смену Путину сегодня придет какой-то Муткин на 2 года, на 3 года, через 2-3 года повторится то же самое, что повторилось с Ельциным. Вы вспомните 90-е годы, Ельцин, который на Конгрессе Соединенных Штатов Америки заверял мир, что никогда не возродится этот монстр, который он сломал хребет. И через 2 года он начал бомбить
город Грозный и стер его практически с лица земли. И не только. И более 100 тысяч тогда было жертв среди гражданского населения. Это происходило в Европе. И в последующем он готовил ситуацию к тому, что сегодня Путин делает. Именно Ельцин, тогдашний демократ, либерал, на которого мир возлагал очень большие надежды, в принципе, является основной причиной того, что сегодня творится в Украине. Именно Ельцин настоял в те годы, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия. Именно Ельцин выступил гарантом территориальной целостности украинского государства наравне с другими государствами. И что из этого вышло? И именно в свой век, политический век, он начал агрессивные войны, которые эстафету передал Путину, когда ему уже стало не под силу тянуть вот эту лямку. И все. И то же самое повторится сейчас, если мы не добьемся того, что эта страна должна трансформироваться во что-то другое. Вот об этом надо кричать всем. И с оппозицией российской я буду считать, что в России есть оппозиция, как та сила, которая представит четкий план демонтажа Российской империи. С какой стороны начнет? С юга или с севера? Или с Дальнего Востока? Как будет демонтирована эта страна? И как этот демонтаж будет проходить? Вот эта дорожная карта можно считать ту силу политическую, которая представит эту дорожную карту по демонтажу Российской империи, вот это можно считать оппозицией. И вот с этой силой нужно сотрудничать, разговаривать и поддерживать. До тех пор, пока не появится такая сила, любые контакты вот с этой оппозицией сегодняшней, которые вырастили Путина, они просто аморальны.